Всем привет, дорогие друзья! С вами еще разок и такой внезапный выпуск передачи «Аккуратно, не вступи». И посвящается он моей любимой пиле, с которой я постоянно хожу на пикники. Ну, как-то так получилось, что складную пилу я все как иду за складной пилой, возвращаюсь все время с очередным ножом. Поэтому я уже где-то полгода пытаюсь купить себе складную пилу, не купил до сих пор. И ношу с собой вот такую вот ерунду, как бы купленную, в принципе, специально для этого, для походов на пикники, потому что мне лень платить деньги барыгам, которые продают дрова. Я их как бы заготавливаю сам и жарю на них шашлык. Ну вот. Вот такая вот пила, которая целый год доставляет мне реальное неудобство. Я не помню, почем я ее покупал. Пила называется Technics. Это фирма Technics. Пила по дереву Star, каленые зубья. Вот даже сохранилась у меня упаковочка, потому что я ее обмотал скотчем. Реально, я вам говорю, она клинила в древесине с самого первого дня. Она очень хреново пилит. Есть видео, где я дома пытался распилить доски, в итоге распилил это все маленьким карманным викториноксом. Я пытался разгибать зубья, чтобы ее не клинило. Ничего не помогает, все равно пила пилит очень хреново, все время бьется в древесину. Что интересно, зубья у нее по направлению к... Вот, вы видите, получается, что... Какой стороной стоят зубья? То есть, получается, когда вы вперед проводите полотном, как раз зубья упираются своей вот не сглаженной частью, а вот этой вот. Очень странно, я не знаю. Ну, может быть, это такая технология, может, она должна пилить хорошо, пилит она хреново. Я вот могу вам показать. Это, правда, дерево такое. Вот вы видите, что происходит? Я прилагаю усилия, чтобы... То есть, вот, постоянно происходят вот такие удары. Если даже ты немножко не прилагаешь никаких усилий, оно все равно бьется. Вот. Ну, не знаю, может, я не прав, но пила мне жутко не нравится. Я уже купил новую. Вот, и решил так вот снять обзор на вот эту вот. Фирма Technics, пила называется Star. Не покупайте. Все, с вами был еще разок. Увидимся, пока.